На Алтае стартовала приемка образовательных учреждений к новому учебному году. До 16 августа специальные комиссии края должны проверить больше 1000 объектов. В первую очередь ревизоры проверяют исправность систем пожарной безопасности, наличие огнетушителей, запасных выходов и антитеррористических паспортов, а также соблюдение санитарных норм и техническое состояние зданий. В настоящее время в школах полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Формируются списки учащихся, закупаются учебники и ремонтируются здания. Все работы должны быть завершены не позднее 16 августа. Нам надо успеть подремонтировать 35 школ. Ведется сегодня строительство по краю 7 новых школ. Пристройки делаются. 3 объекта таких у нас в крае есть. Более 2 миллиардов рублей, примерно 2 миллиарда 200 миллионов выделены на эти цели. Отметим, 1 сентября за парты сядут больше 266 тысяч детей. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году.